Для всех, кто с детства мечтал стоять перед камерой и стать частью большой и дружной команды. У вас есть уникальная возможность стать лицом студенческого телевидения Казанского федерального университета. Телеканал «Универсмотри» приглашает всех желающих на кастинг ведущих выпуска новостей. 28 сентября с 13 до 17:00 приходи по адресу улица профессора Нужина, 1/37 и прояви свои таланты. У тебя еще есть время потренировать дикцию и блистать в эфире самого молодежного канала Казани. А теперь небольшой мастер-класс от одной из наших ведущих Ксюши Дзен. Казанский университет во все времена служил катализатором для кристаллизации выдающихся талантов. Александр Касимович Касимбек крался к китайско-манчжурским фантасмагорическим манускриптам, в то время как Карл Карлович Клаус, прочувствовавшийся русской традицией, открывал рутений, нареченный в честь Родины. А позже тем же днем увенчивал обескураживающим прозвищем великий химик, разнервничавшегося Александра Михайловича Бутлерова, который потом, будучи ректором, экстраординарным профессором и липидоптерологом, впервые синтезировал гексаметилентетрамин и триоксиметилен, сгенерировав постулат теории химического строения органических веществ. Полную версию этой скороговорки вы можете увидеть на нашем канале в YouTube или на официальном сайте КФУ. Диана Вакян, Универньюз.